четыре пары космогонических божеств. Это Агдаада. Да. Это те божества, которые создают мир, Вселенную, правильно? Не совсем. Они не активные творцы, они скорее создатели областей. И точнее даже можно сказать, что эти области — это не их создание, а это их распространение. Это они как бы. Вот понимаешь, несколько сейчас будет негативизированный пример, но по сути правильный. Понимаешь, нельзя сказать, что мы творцы глистов. Мы вот человеки, но в нас может жить какой-то глист. У глиста есть родители, допустим, какие-то там, и так далее. Глистята есть. Ну да. Однако мы не творец, мы просто как бы нечто большое, нечто создавшее для него возможность жизни и некая такая большая область для жизнедеятельности. Вот по сути дела... Вот эти боги в данной аналогии подобны человеческому телу, человеку. Как бы они-то и есть. Они-то и создали возможность, чтобы дальше кто-то что-то внутри уже создавал, как-то развивался. Но, по сути дела, они не принимали активное творчество в этих внутренних фазах. Сравнивал ли ты их с вархаммерскими извращениями? А я в Вархаммер Вселенную не особо хорошо знаю. Даже плохо знаю. Хорошо, какой знак является тем, который сейчас в искаженной трактовке подают? Вархаммер? Нет, вообще. Знак, связанный с этими богами. Ну, восьмиконечная, наверное, звезда какая-то? Да. Ты ничего по этой теме не знаешь? Нет, про восьмиконечную... Ну, я знаю только про Аллатара знак. Ну вот, это его разновидность, по сути дела. Получается, что враги сейчас постарались максимально негативный окрас придать древнему священному символу, обозвали его звездой хаоса. Но это отдельная очень долгая история, если ты не накопал, то пока откладываем. Что дальше можешь сказать? Я перечислю их, этих восемь божеств. Хорошо, в свете Древнего Египта. И это тоже вопрос. Древний Египет и Веды очень переплетаются, правильно? Нет, не переплетаются. Пойми правильно. Древний Египет не нечто отдельное, возникшее само из себя. Угу. Вот трипольская культура. Из трипольской культуры постоянно шли в разные стороны. Если ты, допустим, найдешь книгу Льва Селенко «Маговрата», там на переплете так и изображено трипольская культура, и из нее разными стрелками идет расселение по Евразии и Северной Африке. Египет в ведической традиции называется Секоптиана, то есть область, посвященная Всевышнему, как Богу Птаху. И, собственно, там с древних времен были арийские колонии. Ну, хата по-египетски, хата по-нашему, гора, высота, гора. Допустим, тот, кто удовлетворяет хотение, там, хатеп, такое есть слово. Допустим, изображение ушедшего, по-египетски ушебит, ну и много других, даже вот чисто таких простых слов, аналогичных. Богиня-мать, маат. То есть
Древнеегипетская культура зародилась из трипольской. Да, да, естественно. А трипольская? Что? Из какой? Какой из какой? Трипольская развивалась на нашей территории. Да, ну я просто не силен в истории абсолютно. Ну, тут был ряд проектов, ряд переселений. По сути дела, она вот была здесь создана жречеством под руководством Саагаста, хозяйственниками, ну и являлась органическим продолжением мизинской и других наших культур. Ну, как бы, не знаю, как тут сказать. Так, хорошо. Перечисляю. Нун и Наунет. Это вода. Нет? Это пространство. Ну, в египетской мифологии вода, в ведических знаниях пространство. Ага. Вот, в египетской мифологии, да, вода. Далее. Хух и Хаухет. Бесконечность в пространстве. Именно так. Абсолютно верно, да? Да, да. А бесконечность в пространстве? Нет, чуть-чуть слово поясни. В пространстве нужно выкинуть, просто бесконечность. А, просто бесконечность. Кук? Ну, стой. Так. Можно оставить бесконечность в пространстве, но как бы понимать, что тут речь идет о бесконечности, по сути дела. Ну да. Не о самом пространстве, а о бесконечности. Но как бы в пространственном контексте, потому что бесконечность можно представлять в контексте времени, в контексте еще чего-то. А тут именно идет бесконечное распространение, как бы мы сказали в пространстве, но на самом деле пространство, то, что мы воспринимаем как пространство, там глубоко внутри. Поэтому это отдельная история. Да, это надо будет обговорить. Да. Так. Кук. И Каукет. Египет дает, что это мрак. Безвидимость. Безвидимость, да? Да. Трошки точнейше. Это, ну, касается не только визуальной невидимости, да, это безвидимость. Пойми, это некая такая структура материи, в которой нет и невозможно никаких световых отображений. Ну, мрак, да, темнота. Нет. Мрак, темноту можно осветить фонариком, свечкой, еще как-то. Это безвидимость. Ага. То есть, ну... Ты туда хоть, не знаю, с ядерным прожектором подкатишь, ядерный прожектор будет светить, вот до границы этой области, там он будет светить, доходит до границы, а там безвидимость как была, так и есть. Не проходит туда. Да, понял. А касается ли это безвидимости сознания своего? Вся безвидимость. Вся безвидимость есть. Поехали дальше. Да. Амон и Амаунет. Амуанет. Амуанет? Теоретически, да. Да, логичнее. Амон и Амуанет. Сокрытая. Да, но нет. На самом деле, смотри, это искаженная версия подачи Обдуады. В реальной подаче Науи и Науэ бессущественность. То есть без существ каких-либо. Вообще бессущественность. Не только существ, а вообще чего-либо. Но ведь Ра проявляется везде. Да. И в бессущественности. Да. Как не имеющее сути что? Но другие существа там существовать не могут. А, какие? Никакие. Как?
Ра везде. Ра как сверхдух, рядом с каждой искрой проявлен. А вот там так все создано, что никакие ничто и никто существовать там не может. Ни одна искра существует. Искры существуют, но объекты не существуют. Объекты какого рода? Никакого рода. Ну, допустим, стол не может там существовать. Ни стол, ни вода, ни земля, ни огонь, ни камера, ни обои, ни портьеры, никто. А воля Ра? Ничего. Только искры в определенном своеобразном потоке. Для чего эта область сделана? Сложно сказать. Пойми меня правильно, что, допустим, сейчас, к примеру, всегда можно задаться вопросом, для чего, допустим, в домах там трубы проходят, для чего там так, для чего там это. Если не понимать, как устроен водопровод, газопровод, канализация и так далее, оно не будет вот так вот сходу понятно. Это не так, что, допустим, вот, ну, не знаю, что-то вот сразу от этого идет. Одно служит для создания чего-то другого, другое для создания чего-то третьего, а на самом деле нужно-то четвертое. Так? А вот если, к примеру, в бессущественность поместить существо, оно умрет или, в принципе, туда не зайдет? Оно просто, понимаешь, перестанет существовать. Это как в стенку придется тебе это существо сунуть, и то, что, возможно, диффузии какие-то искры просунутся, они как-то инкорпорируются в бессущественность. А так какая-то часть размажется по стенке, скажем так. А как вот Нун и Наунет? Нау и Науэт. Не-не-не, это мы говорим сейчас про... Пространство. Пространство. Науи и Наунет? Нун и Нуанет – это пространство, а Науи и Науэт – это бессущественность. Ага. То есть Амон и Амуанет – это Науи и Науэт? Нет, никак нет. Амон и Амуанет – это фиванским жречеством, добавлено в Огдоаду. А, вот. Вместо изначального Науи и Науэ. Так, еще раз. Сперва был Нун и Наунет. Водная стихия – это сейчас я с египетской стороны говорю. Да. Вода, да? Мы сейчас поняли, что это изначально Нун и Наунет в ведах – это пространство. Правильно? Да. Вот. Хух и Хаухет в ведах – это? Бесконечность. Да-да-да, но а другое, имена другие у них есть, да? Те же. Понял. Хух и Каукет – это безвидимость. И вот Амон и Амуанет. В ведах это Науи и Науэ. Даже в египетской мифологии это Науи и Науэ. Угу. Просто есть гелиопольская версия, а есть фиванская версия. Науи и Науанет? Науэ. Науэ. Смотри, так, важный нюанс. Так. В современных, особенно транскрипциях, их подают как кук, хух и так дальше. Нун в ведическом написании, правильном произношении, сейчас не буду за Египет говорить, я кое-как относительно умею читать иероглифы с кучей словарей и всего, ну и ты так сумеешь, конечно, если захочешь, но я не могу гарантировать за правильность именно звукового произношения. Не, ну да, понятно, не, понятно. То, что касается физических знаний, я могу как раз гарантировать правильность, потому что я общался с районом Правеславом и непосредственно слышал
мы это все обсуждали. Ну, это тоже верно. Так вот, в ведическом правильном произношении будет не нун, будет наоан. Ну и так далее. Каоук. Каоук. Ну, я тебе предоставлю тоже. Спасибо. Чуть-чуть вот такую штуку разъяснить. Боги изображались с головами лягушек, а богини с головами змей. От чего это? Это связано с египетской мифологией. Это связано с египетским бытом, с рекой Нил, с тем, как к этому относились и так далее. Вот пойми меня правильно, сейчас, допустим, для Украины, для России, свинья это символ чего? Ну, разные, ну и символ есть. Один назови. Обжорство, наверное, не знаю. Давай скажем грязь. Не обжорство, а достаток и богатство. Ну, я бы не сказал, что это достаток и богатство. Это именно достаток и богатство, потому что копилка часто делается в виде свиньи. Ну, да. И много чего с этим связано, то есть, как бы, если сало есть, то все хорошо, образно говоря. А если ты возьмешь кельтов, для них кабан – это символ воинственности. Понимаешь? Ну, кабан и не свинья. Это одно из, ну, в принципе, это один вид, как бы. Если возьмем, допустим, Индию, то кабан – это вообще символ благородства. Кабан. Ну да, 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 кабан. Символ благородства в Индии. Опять же, ну кабан это чуть-чуть другая штука. А вот, ну это как скорее, не знаю, как собака. Собака и волк, ладно. И полевая собака. Или да, и собака, и волк. Да. Но все равно и собака, и волк, в принципе. Да, 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 но, принципе, но они же по-разному рассматривают. Чуть-чуть, но в принципе одно и то же. А вот трактовки разные. Я это сейчас даже не к тому, а к тому, что каждый народ дает животным и богам, соответственно, если они сравнивают с животным, или себе берут в качестве герба, или в качестве какого-то символа, животных в меру своей природы, в меру того, как это проявлено в их природе. В египетской мифологии, ввиду завязанности египтян на разливах Нила, на всем этом, змеи и лягушки – это знак неких первичных энергий, первичного как раз пространства, в котором потом уже начали творить боги Энеады. То есть, теоретически могу сообразить, а практически ты мне подскажешь. То есть, нун и наунет. Наун и наунет. Науан. Науан и науанет. Вообще, это... концовка «эт» обозначает это как бы принадлежащее ему. Это его жена, дословно. Нуна – это жена, скажем так. Науне. Наун. Наун. Да. Это пространство, да? Да. То есть все пространство это отображение. Да, оно состоит из определенной ткани. Как вот у нас, допустим, ДНК, так их состоит из тканей, как сейчас говорят, струны некие пространства. Теория струн. Вот эти струны в некоторых местах, как бы, или если говорить по-ведически, на этой ткани в некоторых местах есть вышивка, эта вышивка как бы и является мельчайшими, скажем так, протокварками, из которых потом формируются кварки, бозоны,
атомы и так далее. То есть теоретически, если я обращусь к стене, но... Теоретически, если бы представить, что у тебя вдруг появился всемогущий микроскоп, то, дойдя до определенного уровня, ты увидел бы, что пространство состоит из определенной ткани. И в некоторых местах там есть вышивка крестиком, скажем так. Если бы кто-либо обладал таким сознанием, близким к высшим существам, то он мог бы в пространстве теоретически обратиться к Науну и Науанет. Науану и Науанет. Науан и Науанет с просьбой там стены, чтобы она отодвинулась, правильно? Ну да. Все, ну просто... Нет, тут вообще на самом деле все сложнее, многограннее, вплоть до того, что поговорить как-то, чтобы они пропустили через свободное пространство стены, а там много свободного пространства, межатомного, межмолекулярного и внутриатомного, чтобы они пропустили именно тебя как бы через стену, можно сказать. Чтобы они так упорядочили твои атомы, чтобы они прошли через те, не повредившись. Как бы. Все, значит, ну, теоретически пространство... Ну, это и так понятно, что оно живое, но так оно понятно, но что это оно... Ну, это тело, науан. Да, все. Во, а если вот так разобрать, науан – это тело, да? Пространство – это тело, науан. А, все. Интересно. Какое тело тогда у Хуха? Безмежное. Еще в дополнение сюда есть Уа и Уахе. Это боги ограниченности. Уах. Уоа и Уоахе. Боги ограниченности. Но это при изучении мироздания. Пока как бы, я тебе дал это задание в общеознакомительных культурологических целях, скажем так. А при изучении мироздания мы будем каждого из них детальнее изучать и их взаимодействие. Ограниченности любого вида, да? Также интересует такой вопрос. Википедия пишет такие слова. Был создан миф о возникновении. Там в переходе Агдаады там туда-то был создан миф о возникновении. В смысле создан? В прямом смысле. Ну как? А, то есть. Ну как, смотри. Были древние знания. Жречество так или иначе, и из позитивных, и из негативных, и из всяких разных и субъективных целей. Иногда эти древние знания редактировало. Вот они, допустим, взяли какие-то папирусы, где описывалось, как оно все. И они такие взяли и думают, а давай вот это поправим, то изменим и так далее. Как ты редактируешь свою пьесу? А как это так? Ну как так? Просто. Ну, а зачем они это делают? Ведь... Я тебе сказал. Из позитивных, негативных, субъективных или еще каких-то целей. Я не могу знать за каждого жреца. Может там, к примеру, какой-нибудь жрец напился. Надеюсь, что нет, ну, как бы всякое может быть. А может он хотел скрыть знания. А может быть наоборот, там часть знаний была потеряна, а он из других источников нашел и хотел дописать, восстановить. Все это в той или иной пропорции, в том или ином смешении в Египте имело место.
начиная с периода Древнего Царства. Ведическим был только додинастический Египет. Ну и некоторые династии тоже были в принципе ведическими. Ну, отчасти. Немного. Далее. Далее. Более древнее предание гласит, что Птах — это Демиург, создавший первых 8 богов. При этом Википедия учитывает, что Мемфис являлся центром почитания Птаха. Это как понять? Ну, Википедия — это Википедия. Ну, просто... Смотри, допустим, стой. Да-да. В Ведах описывается, что Ра создал Сваргу. Сварге он дал как бы задание существовать этим богам. Угу. Ну и дальше пошел уже творить следующие пансионы. Ну вот, Ра, Птах, вот, да, он их создал. Вот, кстати, то есть четыре пары эти отображают четыре части Сварга четверать, да? Нет. Сварга ромб. Он делится на четыре-то, а еще он делится вписанными в него ромбами или как бы квадратами. Вот они именно вписанные друг в друга квадраты. В центре маленький, дальше больше и еще больше. Понимаешь? Да. Их мы называем природными областями Сварги или географическими областями Сварги, а уже деление на четыре Сварга четверти называем политическим делением Сварги. Государственным делением, скажем так. Как Огдоада так по-ведически звучит, как Огдоада, да? Бельцаосмер. Как? Бельцаосмер. Бельцаосме? Осмер. Ну, осмия понятно, а бельция как? Великая. Ага. Можем перейти к Энеаде. Энеад — это 9 главных богов Египта. Считаются первыми царями Египта. В других городах Египта создавали свои девятки наподобие Гелиопольской. Все верно, так? Угу. Поехали по богам. Атум, он же Амон, он же Ра и Пта, возникает из первоначального хаоса Нун. Смотри, он создал Сваргу, в Сварге он переродился. Поэтому получается, он родитель Сварги, в частности Нуана. И он же, как бы переродившись через Нуана, стал как бы, не трогай, оно зажарится сейчас. Пусть оно отдыхает спокойно. Получается, он создал это все, и он через это переродившись стал как бы сыном этого всего. Но в некоем таком образном смысле. Как бы сам себе дедом. Да, это я понимаю. Я... он сейчас... Ну, тут, у него множество. Да, тут его слили в одно целое, правильно? Чего слили? Он и сам одно целое. Он един во всех своих проявлениях.
Да, я понимаю. Но тут в Энеаде он представляется как одно божество. По количественному счету, если брать. Да нет, он множественный всегда. Да, да, я понимаю. Но вот мы считаем Атум, дальше Шу, Тефнут, Геб, Нут, Осирис, Исида, Сетх и Нефтида. 9 всего. Да. Вот. Если бы я считал Атум, Амон, Нет. Вот. Тогда ты же не говоришь, что Осирис, Крышники, Цалькуат, или там, ты же каждого из них не перечисляешь в тысячи их имен, в тысячах проявлений. Угу. Если ты говоришь там Атум, Амон, Птах и так далее, то тогда давай и каждого из них тоже. Да, Шу, конечно. Это тот же самый Тифон, Тефнут, другое ее имя Шоуэт. То есть, да, просто, ну, чтобы раскрыть больше суть. Я понимаю идею. Вот. Ра. Бог Солнца, верховное божество у египтян. Да. Ведическая коррекция. Всевышний. Всеизначальный. Но в нашей Солнечной системе проявленный как Солнце. Хоть проявленный так же и как сверхдух возле каждой искры. Птах. Это? Ну, имя Всевышнего. Переродившегося как? Ну, имя Всевышнего, в первую очередь, обозначающего его как нисходящий такой огненный вихрь, похожий на огненную птицу. Рарук. Огненный такой тризубообразный сполох. Амон. Сокращенно искаженно от Роман. Ум-Ра или Дух-Ра, дословно. В египетской мифологии часто использовалось для обозначения невидимых проявлений Ра. Атум. Сокращенно от Ратем. По сути дела, Атум – это аналогия термина род. Прости, термин род? Род или брахма. Если по как бы классическому славянски это звучит род, по индийски это звучит как брахма. По одной из славянских и египетских версий это звучит как атум. Также поздняя версия атума – это Атон, если мы берем культ Ахенатона. Так. Переходим дальше. Шу. Он же Тифон. Воздух, да? Нет, первые элементы, первостихии. Первоматерия. Все, да? То есть огонь, вода? Нет, это протоматерия. Ага. Это понял. Основы кварков. Тефнут. Тифанида, она же Шоуэт. Отвечает за влагу, воду. Те же самые основы кварков. Угу. А какая разница между ними? Женская и мужская энергия. Как бы более качественная, главенствующая, угу. И более податливая, более такая вторичная, скажем так. То есть Геб то же самое? Нет. Ну, понятно, что он... Геб – это землебог. Так. То есть земля все-таки, да? Да. Как? Угу.
И именно не Земля, как в общем все планеты, а именно Землебог у нас тут. Да. Нут. Науанет, богиня космоса, жена Нуна. Науанет присутствует в Агдаде? Да. И она же присутствует в Энеаде. Еще раз ее стихия. Космос, пространство. Осирис. Стрибог. Бог воздуха. Ну да. Также царь, также судья по смерти. Исида. Женское дополнение Осириса. Богиня плодородия Египет дает такую штуку. Ну, так себе. Понял. Да, вообще-то Исида это гречизм, это греческое произношение. Если берем египетское, то его зовут Осир, ее Исет, его брата Сет и жену Сета Нефтес. Вот Сет. Велес. Дий. Дий явный Велес. Стрибог и Велес братья, да? Да. Ну, я многократно рассказывал о войне богов, и не хочу лишний раз этого касаться. Мы сейчас как бы в общем проходим. Олицетворение грозы, молнии, природы. Да, 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 да. То есть, ну, Зевс, ну, Велес, ну, нынешний бог атмосферы. Князь мира сего. Баал-Зебул. Так. Нефтида. Нефтес. Нефтес, богиня домашнего очага. Гера. Дива. Юнона. Если Огдаада это тело, то эти девять богов это ну смотри, вот то области, то вот как на Земле есть там тундра, лесостепь, там пустыня и так дальше. Это как те творцы, точнее вообще правильнее сказать, это девять неких ступеней. Там не девять далеко богов. Это идея того, что изначальный Ра, дальше от него идет Тифон и Тифанида, от них идет перерождение Науана и Науанет, плюс боги планет, в частности землебог и землебогиня. И дальше идут уже планетарные боги, которые там создают государство и плодят население. В частности, те же самые Эмир, Славунья, Велес и Дива. И какой-то аналог с девятью истинами духовного нет, развития. Нет, нет, нет. Почему 9 такое число важное?
Ну, по ряду параметров, во-первых... Можно я просто включу этот проход? Во-первых, это исходит из самого мироздания, поэтому и в нашем мироздании девятка много раз повторяется. Во-вторых, еще во вселенной Дравидов девятка вообще имела первостепенное значение. Не устрои замыкание всего, чего не надо. Поэтому стараниями Дравидов, скажем так, девятка еще сильнее укоренилась в символике. Она не только же отображает 9 истинных духовных расцветов, правильно? Да, конечно, нет. И ты даже неправильно говоришь. Правильнее сказать 9 основ духовного развития. Начинается с мироздания, и дальше этот символ, он многих нюансов повторяет. Фиванская триада. Ну, это, собственно, фиванский культ Амона. Амон, Амуанет и Хонсу. В свете Вед. В свете Вед это, соответственно, Ра, Рада и Святой Князь. Хонс. Хонс. Нёс. Князь. А какой святой князь? Идея князя, как вот, допустим, на момент правления Русью Святослава, это Святослав. До него это Игорь. До него это Олег, ранее Юрий. На момент правления Египтом Ахенатоном, это, соответственно, Ахенатон. Князь, который есть. Понятно, что сейчас как бы с этим проблема, но что есть, то есть. Так, ну, я получил ответы по Энеаде и Адапту. Но ты их не изучил. Ты, по сути дела, как бы... Я тебе предписал их изучать, а ты ко мне пришел с вопросами. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, все-таки советую качественно эти темы раскопать с параллелями, с использованием их символики в современном оккультизме, в современных разных вымышленных мирах и так далее. Ну для чего? Ты же даешь уже по ведам, как бы. Да, но учитывая, что ты связан с творчеством, я хочу, чтобы ты понял, как вот во всех этих театрализованных и других нюансах используются некоторые элементы ведические, но в несколько другой подаче, не совсем правильно, скажем так. Это важно для дальнейшего изучения, вот рекомендую этим заняться. Так скажи мне, как используются вот эти... Нет, это не интересно. Ну, к примеру, тогда что сказать тебе? Вообще могу сказать, есть только Всевышний, он самый главный, возносить духовный. По сути дела, я тебе сказал, самое главное знание мироздания, все, больше сказать нечего. Но правда в том, что для того, чтобы правильно понять это короткое знание, нужно еще тонна разных знаний, с разных сторон подходящих, для того, чтобы все-таки понять изо всех, отовсюду, по-всякому, понять Всевышнего и вознести в духовный мир. Потому что если я тебе скажу, да, вот Всевышний это Всевышний, давай возносись, ты не представляешь, как бы как возноситься. И Всевышний у тебя это набор каких-то имен, изображение солнца и общее представление о ком-то там, кто сверху как-то что. Ну, может, еще набор каких-то идей. Но это не так, как вот, допустим, ты стол, вот стол, как бы. А Всевышний не вот. Вот
ведические все знания предназначены для того, чтобы ты Всевышнего смог качественнее осознать, чем ты, допустим, сейчас осознаешь стол и свое тело. Поэтому важен процесс и собственное осознание знаний. Видишь, все-таки не зря действительно тут очень, это очень хорошая идея в этой фразе. Ну, теперь я, да, прикидываю. Далее. А далее... Что именно касательно трайсуба ты хочешь детализировать? Не, ну, наверное, да? Нет. Трайсуб – это три зуба. Смотри, этот символ имеет ряд названий. Сейчас он называется тризуб. То есть, что это такое? Это кому-то челюсть разбили, осталось три зуба, что это такое? Ну, понятно, что в таком плане имеется в виду, как бы, даже не три зуба, как зуба, а как бы три острие какое-то там. Но это неправильное название. Если берем ведические названия, есть название, допустим, как трайсум, освобождение святостью бытия. Трая саугха. И, соответственно, три сутья, то есть три сутии. Три сущности. Так скажем, два основных названия трайсуба. Ну, идея прави, яви и нави в их единстве, в мудром, гармоничном единстве, которое порождает мироздание, по сути. Также это связано, допустим, с трехчастностью восприятия времени. Также это связано с солнцем, к примеру. Это связано, если берем Египет, то это Хепри, Птах, Атум. И Амон как нижний зубец трезубца, невидимый зубец. Понимаешь, идею? Да, да, да. Ну, вот, ну нужно изучать, то есть, допустим, если берем традиционное изображение трайсуба, то там в центре сварга. Отчасти мы даже в прошлый раз этого немного касались, я говорил, и в видео это есть, как бы, с прошлой нашей беседы. Кстати, представляешь, такой бред. Вот тот нечистый эльф, который в интернете водится, он выложил на своей странице запись нашего диалога, ну, которую я выложил, и подписал ее, как будто бы я ему даю наставление по созданию какого-то фильма. Mm-hmm. Это то, что мы там в конце говорили относительно Вархаммера и всего такого. Ну вот ты свидетель, что здесь у меня никаких эльфов под столом или в туалете не было. И говорили именно мы на эту тему. Это правда. Но глюки процветают. Можем разобрать трайсум в свете нынешних каких-то киновселенных. Или мультвселенных. Это ты закрутил так интересно. Ну все, это ж по-любому выражено как-то. А этот я закрутил колоссально. Понимаешь, в каких-то мультивселенных или киновселенных я немножко, ты знаешь, я не так подхожу. Я подхожу к целостным каким-то картинам мироздания. К примеру, Стэн Ли в своем Марвеле создал целостное видение мироздания.
Вархаммер, там создано рядом персонажей целостное видение мироздания. В DC тоже создано. Если просто кто-то снял какой-то мультсериал, который только мультсериал, мне на него плевать 300 тысяч лет и даже слюны жать. С другой стороны, если кто-то создал мультсериал или сериал на основании, вот, к примеру, Толкина или Мартина или, допустим, Стэна Ли или еще кого-нибудь, вот это я изучаю. По мере возможности, насколько я это могу, не отвлекаясь от главных тем. А там можно взять, допустим, то, как Аквамен изображен с презумпцией. Это вот недавно вышедшее. Кстати, интересный какой-то символ получился. В начале фильма Аквамен ходит с трезубцем, но не трезубцем, а по сути дела минорой целой. Заостренной, конечно же. Просто единственное, да, лезвие Меркурия, ну что такое минор? Ну, минора это семисвечник еврейский такой. А. Помнишь, у Аквамена там куча вот этих зубцев? Там... Не, я не смотрел. Ну, неважно. Так вот, значит, Аквамен ходит с минорой, ходит, потом минора ломается, он берет трезубец. Какой-то интересный тут символ, знаешь ли. Но это отдельная история. К примеру, можно, если взять концепцию спидфорса, силы скорости в комиксах DC, то там есть настоящий, как бы, природный спидфорс. Есть экзальтированный спидфорс. И есть негативный спидфорс. Нормальный — это оранжевые, желтые молнии. Негативный — это красные. Экзальтированный — это синие. Mm-hmm. Получается, да, некоторая трехчастность, но... не имеющие прямой аналогии с ведической концепцией. Если вот берем Вархаммер, то по их представлениям есть явь и навь, по сути дела. Явь — это, ну, реальный мир, в котором находится Вселенная. Навь там называется варп или имматериум. Имматериум, по сути дела, это латинизированный термин, обозначающий ту же самую навь. И вот то, как эгрегориальные сущности творятся, существуют и действуют в Нави, в Вархаммере показано, я считаю, достаточно хорошо, почти идеально. Прости, Вархаммер — это игра или фильм? Нет, все сложнее. Вархаммер — это вымышленная вселенная, предназначенная для, как бэкграунд к настольным играм. Но там уже написали такое количество книжек и всего такого другого, что это как у Толкина, как у Мартина, как у Marvel или DC, это некая целостная вымышленная вселенная. С описанием того, кто был в начале, как эту вселенную сделал, кто с кем воевал, что как мы дошли до нынешнего времени, и даже в Вархаммере... как бы сегодня в Вархаммере это 40 тысяч лет вперед. Это как бы описание будущего типа. Плюс описание разных инопланетных, всяких других народов и всего такого. Там сложная картина мироздания. Но имеющая ряд параллелей с реальностью. Не все, не так, не это. Ну вот, по крайней мере, возникновение, существование и взаимодействие эгрегоров как между собой, так и с людьми на примере варпа и богов хаоса
Мадхаве показано очень хорошо. Поэтому я считаю, пока у нас нет своего фильма, сериала, где бы это вот было показано, можно брать то, как там описано. Но ставить коррективу, что это только некая такая символическая передача. Как у тебя, соответственно, там где-то в театре никого же ножом не режут, а каким-то пластмассовым ножичком потыкают под мышку куда-нибудь как-то там. Так же? Ну, как бы типа зарезали, как снимали. Нет. Что? Все так, да. Ну, так и там. Нужно вот на это смотреть и понимать, что да, как бы типа ножик под мышку, но снимал, что зарезали. Вот если так, смотреть на Вархаммер, на богов хаоса, на вар и на все, что там это вот, есть ряд параллелей с реальностью. Переходим к святу. Так. Других вопросов у тебя уже нет? Ну пока нет, да. Ну, есть один, прости, честно. Но я думаю... Затаскай тогда, пожалуйста. Его... Что? Затаскай тогда, пожалуйста. Ага. Вот. 9 Энеаду можно разбить на 3. Правильно? По 3 бога. Это когда отображается в тройсути или никак? Никак. Все. Это другое вообще. Угу. Это пирамида. Точнее, ты вообще перепутал. Там концепция пирамида сверху вниз. Да, сверху у нас Творец Ра со всеми его именами, не важно. Важно, но в другом ключе. Тут не важно, тут просто Ра. От него идет первая пара богов, это протоматерия. И это нужно, там сократили это до девятки. В ведической подаче это не 9 богов как таковых, а 9 ступеней божественных. Ра. Ну и Рада, соответственно. Дальше Тифоны, Тифанида. Дальше космические боги и боги планет. Дальше уже непосредственно женские и мужские боги, управители народов и цивилизаций на самих планетах. Ну и дальше уже. Ну да. Все понял. Бо ми могли б дати йому якусь можливість духовного розвитку, і їм було б добре, і ми б робили свою справу. А так вони і нам залишають робити свою справу, і самі не можуть нічого правильного зробити. Переходим к осмыслению праздницы. Ты слышал, возможно, про Радакоша и Макош? Слышал. И слышал, возможно, про ситуацию, которая была на Земле 16 тысяч лет назад. Начало закатывать? То было 36 тысяч лет назад. 16 тысяч лет не слышал. Вследствие падения Луны случились некоторые катастрофы, ввиду чего подводные города Данавов были разрушены, огромная часть Данавов погибла, выжившая часть вылезла в Европу и начала пытаться поработить славян. Вода стала ядовитой по всей планете, можно было сдохнуть, если ее выпить. В Европе шла война, и славяне молились к Ра. Молвили, прося, чтобы он как-то что-то помог. Он воплотился, он убил нечистых. Так получилось, что пришлось убить даже Чернобога воплощенного. Он вынул ему глаз и пропустил
солнечный свет в сторону воды через глаз Чернобога. Он очистил всю воду на планете, и то событие было настолько мощным, что оно и в будущее, и в прошлое во времени как бы оставило отпечаток очень сильный. Вот представь, что у нас время — это такая спираль. Годовые циклы. Да, спираль вот лежит такая. Как, по сути дела, смотрим на нее даже как на некую трубку, состоящую из колец, спирали. И вот в одной из точек этой трубки случилось это событие. Оно было очень мощным, и оно дало толчки и вниз, и вверх. И получается, что и раньше как-то до этого чувствовали, что в определенный день в году вода какая-то хорошая становится. А после этого поняли, почему и до сих пор, поскольку в спирали есть вот это... Отпечатки. Да, то до сих пор каждую зиму, в среднем, скажем так, 19 января, водосветствие. Освещение всей воды на планете Земля. То есть... Как христиане там, насколько это связано с реальным крещением Иисуса, вопрос вопросительный, но они это пришили именно к языческому празднеству. То есть вся вода качественно улучшается на Земле. Так, да? Да. Что? Но, да. Но, есть ряд нюансов, и, допустим, если у тебя есть оскорбление к воде, то, соответственно, тебе нужно прийти в какое-то особое место, и только там ты сможешь очиститься водой. Смотри, теоретически даже вот вода из крана будет идти, теоретически она могла бы быть святой. И в какой-то мере она будет чище и лучше, чем вода в прошлые и следующие дни. Но то, как воду приводят в город, это оскорбление в воде. Когда ты платишь за воду, по сути дела, ты платишь за оскорбление стихии воды. Но я же могу очистить Саура Манкрая воду. Это-то да. Но и в идеале лучше сходить на речку, допустим, и там помедитировать, и, возможно, даже омыться, или набрать воды, и вот это будет та вода, которая не подвержена оскорблению. Поскольку водопроводная вода, она хоть лучше, чем в предыдущие и последующие дни, но она несколько омрачена оскорблениями. Я сейчас даже не говорю о химикатах, о всем другом, а просто о том, что хоть в этот день вода и освещается, но поскольку она поступает с оскорблениями, то это несколько ухудшает ее свойства. Водопровод имеет ряд каббалистических знаков. При самом устройстве водопровода. Плох не сам принцип водопровода. Если бы его сделать с другими пропорциями, этих оскорблений бы не было. Оскорбления в самих пропорциях нынешнего водопровода, скажем так. В некоторых качающих элементах. Долгая тоже история. Ну, ты знаешь, допустим, что и, к примеру, музыкальные ритмы выбирают сейчас самые негативные. Да, знаю. Сознательно причем. Недавно узнал. И, допустим,
те же самые электромагнитные излучения телефонов могли бы на другой волне это делать, и оно бы еще благотворно для тела было. Так нет, сделали на самой негативной волне. Вот много таких каких-то технических решений в нашей цивилизации намеренно делаются так, что хуже некуда. В частности, и с водой. Так сделали, что при поступлении воды делается грех против воды, оскорбление очень сильное. И карма эта распределяется между всеми фактически, кто пользуется водой. Как избежать этого греха максимально? А никак. Единственный способ, как можно было бы, это если самому себе создавать водопровод с речкой какой-нибудь там, или с скважинами, как. А тут никак. Но, чтобы получить благо на воду связи, можно сходить на какую-то речку, там помедитировать, крак, дону и дани, и набрать какую-то емкость воды. Водосвятие 19-го. Вот мы празднуем, да? Новый год и старый Новый год. То есть по старому календарю. Не-не-не, ну подожди. Это же новый календарь, который сейчас идет. Водосвятие по старому календарю. Пойми. Вообще, если правильно говорить, то у нас получается месяцы должны начинаться на солнцестоянии и равноденствии. Да, вот. А сейчас у нас они в конце месяца идут. Что делать? Но поэтому... Я говорю о эквиваленте даты. Вот угу. На нынешний календарь при пересчете это получается 19 января. Все. Да, у меня вот это вопрос. На старых календарях получалась бы другая дата. Тут мы не привязываемся к числу 19 или к январю. Плевать. Если назовут январь Порошенкварем каким-нибудь, или Путинакварем, или как-то так, кто захочет, так придется с этим мириться. И с хужими разными штуками миримся. Но вот сама эта дата, куда бы ни носили, сделают, что это, допустим, если как-то календарь начнут таскать, и сделают, что это будет 30-е там, или 1-е, неважно, все равно вот эту дату нужно будет зафиксировать, где она есть. И именно в нее и осуществляется это все. Отлично. Да, вот этот вопрос меня интересовал. Вот. Нужно. По идее, это совместно со славянами, с праведными. Желательно день попаститься перед этим. Дальше осуществить славление, дальше обсуждать ведические знания, дальше, соответственно, кушать освященную пищу по возможности, читать мантры, благодарить Радакоша за то, что он осветил воду 16 тысяч лет назад, прославлять Ра, прославлять Дона и Данну, к утру подготовиться, возможно, провести огненное жертвоприношение, набрать воды или омыться, поблагодарить, ну и свято завершить. Я 50 на 50 еду, не еду, я не знаю. Поэтому, если еду, можно себя тогда телефонным путем... Телефонным путем подключить, если не еду, можно даже что-то подумать, чтобы совместно медитировать. По желанию. Какие есть вопросы? Пока вот думаю, пока никаких.
Но я думаю, что можно больше сказать по этому празднику. Водосвятие. Но я основу тебе окрестил. Да, нет, конечно. Я могу книгу. Вопрос, зачем? Нужно, чтобы лучше понять суть. Вот понимаешь, вот говорить пустую, это то, вот как, допустим, тот же самый эльф, кто мастурбировал и сфотографировал, как у него там сперма изливается впустую. То есть это не на зачатие, не на что пошло. А правильно, чтобы шло на зачатие. Так и знания должны, чтобы в ум попали, чтобы там развились и чтобы родились какими-то свершениями правильными. А не просто изливать во все стороны. Сколько смог принять физических знаний, там, спросили, что как бы нет. Если основа понятна, тогда я предлагаю повторить мантры, которые активируют твое подключение к данному празднеству, независимо от того, сможем ли мы сам день как-то это вот, или ты сам будешь медитировать? Давай повторим мантры. Но я бы их хотел записать. Можно? Ну, как бы, есть и мозг, есть и видео. Первая мантра Радакоши Боже на имя Гай. Мне просто интересуется на этот вопрос. На имя. Это одно слово, правильно? Или да. На? Наименование. Имя. Да-да. Готов? А? Готов. Радакоше Боже на имя Гай. 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 Слався воден, слався дан, слався дана вода. Слався воден, слався дан, слався дана і вода. Слався водам, слався дан, слався дана вода. Это мантра к дону и дань. Ну я просто первый раз слышу, поэтому и слався водан. Слався дан, слався дана вода. Прошу. Слався водам, слався дан, слався дана вода. Слався водан, 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 слався дан. Слався дана вода. Слався водан, слався дан, 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 слався дана вода. Аум свавода святіє. Аум свавода святіє. Аум свавода святіє. Аум свавода святіє. Аум свавода святіє.
аум свобода святие. Таковы были мантры. Интересно, потому что я первый раз слышу вообще. Ну и хоть бы, да, мантр много. Не удивительно. Ну мы перед Радакоши Божий Намягайни сказали аум. Аум, ведь так начинаются все славления, правильно? Теория. Теория человек умеет летать. Вот. Теория. На практике. Не все. Что не все? Не все умеют летать на практике. Нет, на практике все интереснее. Ты помнишь о трех типах цивилизаций? Я не знаю о трех типах цивилизаций, потому что. Но могу порассуждать. Ладно, тогда рекомендую изучить видеозаписи на тему трех типов цивилизаций. Ну, этнических типов ты нет. Типов, принципиально. Ну скажи, чтобы я не стал. Мантра, тантра, янтра. Не знал. Это духовность, технология и договор. Или взаимодействие. Мантра – это духовность, когда цивилизация построена на том, что духовно осознанные люди дают команды окружающей реальности, силой мысли реально перестанавливают атомы и создают то, что им надо и так далее. И янтра – это когда создают янтры, то есть механизмы. Тантра – это принцип взаимоотношений, взаимодействия. Это как супружеские взаимодействия с мистическим подтекстом, так и взаимодействие с богами или демонами для какого-то обмена энергии, может быть. Если с точки зрения мантра, то человек может летать, если он или астральной проекцией, или переместиться в тело другого живого существа, или, допустим, так или иначе воздействовать, что, нарушив гравитацию, начнет левитировать. Вот это полеты в рамках мантра. И янтра – это когда человек создает механизм и с его помощью летает. Самолет, вертолет, гравилет, там что угодно, летающая тарелка. Тантра – это когда человек договорится с демонами или с животными и будет на них летать. Это Вакула и это Аватар. В фильме «Аватар», помнишь, он ловит зверюху, да, соединяется с ней и летает. Цахейл. Шесть такая. В у Гоголя Вакула хватает черта и летает на нем. Это полеты по принципу цивилизации тантра. Ну, как бы, принцип... От людей, представляющих янтра, да? А что? Ну, они... Аватар, по сути, это... Он же ложился в эту кабину, по сути, механизм. Это другое составляющее. Ну, то, как он летал на зверюхе, это полет по принципу именно тантра. Но самое как бы праведное и праведное – это мантра цивилизации. И самое требующее самых духовных качественных качеств. Естественно. Поэтому, как бы, при том, что это самое правильное, самое верное, самое высшее и, в конце концов, самое легкое даже, но большинству приходится как-то выбирать между янтрой и тантрой. Если как бы есть какая-то смекалка, какой-то авантюризм и что-то такое, можно попробовать себя в тантре. Если есть разум, усидчивость и готовность долго точить шестеренки и создавать механизм, можно попробовать в янтре, так или иначе.
А вот ты говоришь, если есть смекалка и небольшая доля авантюризма, то можно попробовать. Ну как там, помнишь, он прыгает на него, да. И, соответственно, нужно как-то по-быстрому, чтобы его зверюх не сожрал, и чтобы с этим зверюхом по-быстрому соединиться. Ну или, допустим, в акула черта. Там так получилось, а, допустим, по-другому бы получилось, да черт бы его тоже сожрал там. То есть, как бы, это некий авантюризм, это нужно идти на риск, который вообще непонятно во что может вылиться. Разумный человек, взвешенный человек на такое не пойдет практически никогда. Уж лучше будет пилить шестеренки и создавать самолет. Но, с другой стороны, можно сказать, что разумный может пойти на это, если он... Ну, в каких-то чрезвычайных обстоятельствах. А, не знаю, не могу ли я спросить, а ты пробовал такой метод? На чертях летать? Не, ну, не летать, может, что-то. Ну, что-то тантральное. Да. И я могу теоретически попробовать такой метод? Да. Что мне для этого надо? Ну, вот, если, как сказать, это как ты придешь в библиотеку, скажешь, дайте мне что-то почитать. Тантра – это метод взаимодействия. Это не что-то отдельное. Вот что в рамках тантра ты хочешь осуществить? Полетать. Ну, птеродактилей или каких-нибудь таких физических зверюхов у нас нету. Соответственно, это тебе нужно поймать или черта, или какого-нибудь демона. Или научить двух орлов, чтобы меня за руки несли. Это что типа македонский хотел сделать. Да? Чего это? Ну, там, не важно. Ну, это еще орлов кормить, это, ну... А демоны тебя могут скушать, понимаешь? Так что, ну, лучше уж орлов покормить. Да лучше уж самолет создавать и нафиг. А почему именно демонов? Почему нельзя каких-то более праведных существ попросить взаимодействовать? Ну, скажи, вот почему, допустим, ездить можно на коне, или как чукчи на собаках, а не собаки на чукчи. Просто потому, что собаки тупее, а чукчи умнее, так же? Mm-hmm. Так и тут, если ты, допустим, хочешь такого бога какого-то поймать, и говорит, я на тебе полетаю, он это воспримет, как если бы собака сказала чукче, так, чукче, я хочу на тебе поездить. Слушай, ну если бы я был чукче, я бы пару раз покатал свою собаку. Ну, понимаешь, может и чукче там пообнимает, погладит, собаку хорошая, это и моя. Но если у этого чукче этих собак миллиарды, то чисто статистически не факт, что он именно тебя решит погладить и это самое. Может у него будет своя любимая собака, скажем так. Более достойный кандидат. Да, ну или достойный, или просто приглянулся, или просто под руку попался. Неважно там, как бы. Ну и больше того, это чукча, который там целыми днями и ночами сидит. И все равно, вот, на руки еще взять как-то, погладить, потискать собаку, чукча может. А чтобы запрячь себя в самки и на себе собаку возить, я сомневаюсь, что даже чукча на такое пойдет. Поэтому так и тут. А вот на собаках ездить можно. Так и вот на богах нельзя, а на чертях можно. Понимаешь? Да, понимаю. Или на демонах, потому что не все черти способны к полету. А многие демоны летают запросто. Поэтому... Мне кажется, там разный подход просто к чертям и демонам, и к богам.
Демоны умнее чертей. Получается, и черти, они изначально созданы как служебные живые существа. Поэтому черта лучше, легче оседлать. Чертей изначально вообще создали как чернорабочих. И только потом они уже стали такими, как сейчас. Они должны были богам и демонам служить для разных целей. Но потом они уже развились, там уже, короче говоря, свои процессы пошли. Ну, как-то так. Есть ли готовность к празднеству? Конечно. Хорошо. Нужны ли ответы какие-то дополнительные? Я думаю, нет. Пока нет. Ага. Тогда на сегодня завершим процесс. Благодарю.